Добрый день, с вами компания Metalmaster. Сегодня в центре вашего внимания самая долгожданная новинка уходящего 2021 года. Это невероятно точный, мощный и быстрый двухколонный автоматический наточнопильный станок с ЧПУ Metalmaster MSK. Начнем с того, что на данный момент линейка автоматических пил Metalmaster MSK включает в себя модели с диаметром распила 300 до 700 мм, которые вы сможете приобрести по максимально выгодной цене. Обращайтесь в нашу компанию, звоните или оставляйте заявки на нашем сайте или через наши социальные сети. Станки Metalmaster MSK – это автоматические наточнопильные станки индустриального класса, рассчитанные на продолжительную безотказную работу с интенсивной нагрузкой. Работа в автоматическом режиме предполагает выполнение всего перечня действий, таких как фиксация заготовки в тисках и автоматическая подача заготовки в зону резки, опускание и подъем пильной рамы, регулировка усилия резки, давление и скорость опускания пильной рамы, без непосредственного участия оператора. Оператору необходимо настроить параметры резки с помощью ЧПУ, запустить станок и контролировать процесс и качество выполняемых операций. Давайте перейдем к обзору самой младшей модели серии MSK – станку Metalmaster MSK-300. Станок Metalmaster MSK-300 предназначен для высокопроизводительной автоматической резки различных типов металла. Metalmaster MSK-300 комплектуется полотном длиной 3565 мм, шириной 34 мм, установленным на чугунные шкивы диаметром 400 мм. В движениях приводит надежный двигатель мощностью 3 кВт. Регулировка скорости вращения полотна осуществляется бесступенчато с помощью частотного преобразователя, расположенного на панели управления. Рукоятка натяжения полотна находится с правой стороны станка. Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники, и твердосплавных пластин. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки. Пильная рама перемещается при помощи гидропривода по двум направляющим. Скорость перемещения рамы регулируется рукояткой на пульте. Это важно, так как увеличение долговечности полотна напрямую зависит от правильного режима резания. Датчик холостого хода, установленный на пильной раме, позволяет настроить точку перехода пильной рамы от ускоренной подачи к рабочей подаче. Это значительно ускоряет процесс пиления заготовок в автоматическом режиме. Станок оснащен гидравлическими тисками, а также подающими тисками с максимальным ходом 400 мм. Еще одним плюсом нашего станка является наличие устройства пакетной резки. С помощью этой функции вы сможете значительно увеличить количество обрабатываемых заготовок. Станок Metalmaster MSK-300 оснащен системой подачи СОЖ, которая включается автоматически и подается через краны в две точки. Объем бака СОЖ и гидравлической станции составляет 60 литров. Как уже было сказано ранее, станок Metalmaster MSK-300 укомплектован гидравлическими тисками, устройством пакетной резки и подающими тисками. Они приводятся в движение с помощью сенсорной панели управления и надежно фиксируют заготовку. Рассмотрим пульт оператора и электрошкаф. На верхней панели расположен сенсорный экран для введения программ реза. Максимальное количество создаваемых программ – 5. Также с помощью кнопок на сенсорном экране осуществляется управление гидравлическими зажимными и подающими тисками. Опускание и подъем пильной рамы, включение-выключение гидравлического насоса, перевоз станка из автоматического реза в ручной режим, запуск и остановка программы реза. Также на пульте оператора расположен блок управления скоростью опускания пильной рамы и кнопка временного включения. Внутри электрошкафа расположены контроллер, автоматы, пускатели и частотный преобразователь. В базовую комплектацию станка входят подающая линия, ленточнопильное полотно, которое уже установлено на станок, устройство пакетной резки, лампа освещения, станция СОЖ и инструкция по эксплуатации на русском языке. We'll be right back.
Как мы видим, станок с легкостью справился с своими задачами. Если у вас остались вопросы по данному оборудованию, оставляйте их в комментариях, и мы с радостью на них ответим. С вами была компания Metal Master. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.